Обласная организация «Червоного крыжа» подарила первые портфели в рамках республиканской доброчинной кампании «Зберем детей у школу». Волонтеры разом с неравнодушными камельчанами собрали канцелярские принадлежности и школьную форму для учеников. Сегодня их вручили детям с малозабеспеченных семьев. Государством выделяется необходимая сумма, но это в зависимости от потребностей, наверное, многодетной семьи. Я знаю, от 60 рублей там, до 90 и более, если действительно семья в ней нуждается. И сегодня государство мониторинг проводит каждой многодетной семьи, малообеспеченной, с чем же пойдут дети в школу, как они пойдут, какие у них нужды. Вот поэтому и государство, и общество заботятся про наших малышей, которые отправятся и в первый класс, и в 10, и в 11. Кампания «Зберем детей у школу» протягивается. У этом годе волонтеры Гомельской области планируют рушить не меньше, как 1000 портфелей. Для оказания допомоги проводится сбор школьного одения и обутку, письмовых и спортивных приладов. Передать речи можно как у районной организации «Червоного крыжа», так и покинуть у специальных контейнерах. Они размещаются по адресах, позначенных на экране.